честно, не ожидал сегодня такую встречу более чем серьезно. Не ожидал увидеть все высшее политическое руководство страны. Это лишний раз свидетельствует о том, что вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, очень серьезный для нашего государства и страны. Ну, прежде чем еще хотел сказать, поблагодарить всех членов Общественной палаты, выразить вам признательность за ваши усилия в деле разрешения самых острых вопросов, которые поднимаются в нашем обществе и политической жизни Абхазии. Благодарю вас от имени всех членов Высшего Совета. Я действительно сегодня пришел на данную встречу с надеждой, что разговор будет конструктивным и результативным. Также рассчитываю на то, что Аслан Георгиевич вооружен планом выхода из кризиса. Спасибо.